19 июня 1985 года в газете «Ленинская смена» была напечатана статья о выпускниках Алматинского хореографического училища. Называлась она «Выбор на всю жизнь». Некоторым это название показалось пафосным. Для выпускницы хореографического училища Сауле Рахмедовой оно стало пророческим. Я попала в школу хореографическую. Совершенно неожиданно. Я пришла благодаря своим одноклассницам, которые меня привели туда, можно сказать, потому что на тот момент, когда шел отбор, меня не было. И услышав о том, что это происходит без меня, я не могла упустить этот шанс. И поэтому я пришла со своими подругами в училище хореографическое. И когда я зашла туда, я интуитивно поняла, что это именно то место, где я хочу быть. И я чувствовала, что я там останусь. Вот. И так получилось, что из всех детей, которые там были, меня одну и взяли. То есть я уже на тот момент поняла, что интуиция у меня есть. Я с детства была такая очень подвижная. Меня всегда тянуло. Я, допустим, во дворе была первая бегунья. Я всегда что-то там быстрее всех бегала. Я что-то ходила, растягивалась сама по себе. Я висела на турниках. То есть у меня всегда была какая-то предрасположенность именно к спорту. Мне всегда нравилась гимнастика. Меня отдавали, в принципе, в 5 лет, в 6 лет на гимнастику родители. Меня брали там, но в связи с тем, что некому было меня возить, в общем, так и не получилось, о чем я очень сильно жалею. По жизни всегда говорю: мама, почему все-таки вы меня не отдали на гимнастику? Большое значение имеет, как бы, особенно для девочки, ее физические способности, что она должна была быть гибкой. И поэтому, когда вот предварительно ребенок проходит какую-то базу вот на той же гимнастике, чтобы она пришла уже, то есть у нее, ей просто потом будет уже легче учиться. Когда мы встаем первый раз на пуанты, это и боли, и мозоли, и слезы. Но потом все это уже проходишь, этот период, и а куда деться? Если ты хочешь быть балериной, но нужно испытывать боль и через тернии к звездам наш жизненный путь. Мой педагог Тастанова. Потом у меня была педагог Альфия Михайловна Мангильдина. И третий педагог — это Сара Дрисовна Кушербаева. Она была директором училища. Огромное им всем спасибо за то, что они вложили в меня то, что я на данный момент имею, конечно. Они были и как педагоги, и как наставники, и как друзья, и как мамы, и психологи. И все это должно быть. Что мы приходим, молодые, маленькие дети, ничего не понимаем. И через 8 лет мы выпускаемся уже готовые артисты. Поэтому за эти 8 лет интенсивного обучения, конечно, мы проходим большую школу. И огромное спасибо всем педагогам. Для меня всегда была моя самая любимая партия, чего я мечтала, я страдала. Я даже на выпускном экзамене на дуэтом попросила педагога мне дать. Это «Жизель». Там и сцена сумасшедшая, и я на выпускном экзамене по фортепиано я именно попросила сыграть адажу из балета «Жизель». То есть я настолько трепетно относилась к этой партии. И я, кстати, рада, что я подошла к этой партии позже. Потому что, чтобы, допустим, ее станцевать, нужно иметь жизненный опыт, чтобы всю эту драму передать. На одной из газетных вырезок этих лет есть надпись напротив фотографии, сделанной рукой Сауле – «Народная артистка Казахской ССР». Много лет назад талантливая девушка сделала свой выбор навсегда и шла к цели стать народной артисткой неуклонно. Окончив хореографическое училище, я попала в наш оперный театр. Проработала там 2 года. Моим педагогом является народная артистка Казахстана Басидор Шахтятна. Кстати, она и по сей день мой педагог. Мне очень приятна эта преданность. Я очень обожаю эту девочку. Вот. И мне очень легко и приятно работать с ней.
по приглашению, значит, она поехала за границу, где вот в Америке проработала довольно приличное время. Конечно, работа ей там очень помогла. Во-первых, там чувствовала, что она разносторонне работала. Она работала не только над классическими вещами, а над современным, на неоклассике. И это дает для балерины большое развитие. И технически, и внутренний мир, конечно. Мы делали промон, оркестровая репетиция на сцене «Кармен». «Кармен» — это известно, что это такой... это не классический балет, считается как неоклассика, даже не знаю, что-то там и характерное. Есть такая, позы все такие более завернутые, то есть совсем отличается от чистой классики. Потом, и параллельно я еще готовлю партию «Авроры» из балета «Спящая красавица». Это настоящая голубая классика. Совершенно два разных образа, два разных балета и два разных направления и манеры разные. Конечно, очень сложно. Сразу невозможно перейти, вот как-то вот сложно. И вот еще даже музыка, пытаешься войти по стилю, перейти совершенно на другую манеру, то есть уже ментально нужно перейти. Плюс еще самое главное – тело и ноги, чтобы подчинялось. Это важно. И когда ты стоишь по шестой позиции, то есть это более вот такая позиция у нас получается, в тот классику нужно все развернуть, то есть вывернуть. То есть есть свои такие нюансы, но на то мы и профессионалы. Самая главная музыка, вот она дает тебе настрой, когда ты слышишь звуки безе, там пам 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 пам, у тебя такое ощущение, у тебя вот это там внутреннего драйва, вот этого темперамента. Или же когда идет классика, та-ра-та-та-ра, тут уже сама понимаешь, что ты уже по-другому себя должна преподносить уже. Ну это вот здорово, чем мне нравится наша профессия, что вот мы можем так переходить из одного образа в другой. Такая солнечная девочка, понимаете, и очень приятно работать, очень приятно работать. Во-первых, конечно, для педагога то, что вот она воспринимает замечания, и эти замечания не приходят на следующую репетицию. То есть мы можем двигаться. В этом вся прелесть любой балерины, которая работает. Когда наш театр практически никуда не ездил, в связи с тем, что мы все моложе, у нас рвение такое было куда-то рвануть, что-то увидеть в этом мире, желание. Я уехала со своей подругой в Москву. Я попала в труппу Сергея Николаевича Радченко. Первый ее основатель – это Андрей Слепа. То есть набор шел практически со всего Советского Союза. То есть я когда пришла, это было не только россияне, это были с разных стран СНГ. Представители и с разной школы, но, естественно, все это в основном была русская школа. Мне посчастливилось поработать с выдающимися мастерами России. Это Любовь Кунакова, сам Сергей Николаевич Радченко, с Людмилой Семенякой, с потрясающими партнерами. Мне кажется, что это дало мне еще более какой-то жизненный опыт, потому что, попав в Москву, я пережила там практически два путча. Когда все это было на моих глазах, когда Москва была голая, есть вообще нечего было. И весь этот сложный период пройти. Кстати, тогда мне очень хотелось все бросить и повернуться обратно. Но вот это вот какое-то внутреннее упорство, вот эта вот гордость, нет, я это дело добью, вот оно и стимулировало, наверное, на тот момент. Я, когда приехала в Америку, я сначала работала почти год в Орландо, это Флорида. Меня сразу же взяли на ведущую партию. Мой первый спектакль был «Лебединое озеро». Мне повезло, я вышла на сцену, это была большая ответственность. Знаете, когда тебе дают еще, там очень престижно еще станцевать премьеру. Это когда все критики в первый день приходят. Потому что у нас получилось, что я танцевала с одной девочкой 4 спектакля подряд. Первый я, второй она, третий я, четвертый она. А она ведущая солистка этой труппы.
И было удивительно, что я, только что пришедшая в эту труппу, была, так сказать, удостоена такой возможности станцевать. Огромная ответственность на мне лежала, когда все пришли и смотрели на меня, так сказать, через лупу. Кто она такая вообще? Откуда? Чего? И, конечно, было сложно, но я прошла. Это была для меня, опять же, таки большая школа. Дело в том, что еще у них зрительный зал практически черный. Вот ты когда на сцене танцуешь, тебе нужно хотя бы немножко все-таки что-то видеть. Когда ты выходишь на сцену и когда видишь ничего, кроме бездны, очень сложно танцевать. Особенно, когда ты не привык к сцене, к совершенно новой сцене. И долгое время, я около там, нескольких лет, не танцевала. И выйти с такой сложной партией. Я помню, когда у нас была оркестровая репетиция первая, она сценичная. Я вышла на сцену и вообще не понимала, где я нахожусь. То есть я не могла сделать ни одного пируэта. У меня был шок, завтра спектакль. Я стоять не могу. Я нормально станцевала, все, у меня все получилось. И позже я узнаю о том, что вот этот главный балетмейстер, который как бы мне дал этот шанс танцевать, он мне сказал, если честно, я думала, Сауле, ты просто все завалишь. А потом уже, может быть, и выхода не было, меня уже везде, во всех афишах меня обвинили. Америка – это же конкуренция большая. А потом все-таки я приехала туда, ну, не в 20 лет, скажем так. И начинать все сначала, проходить через, попасть туда же в ABT, это первый театр страны, и начать там практически с кардебалета. Вы знаете, как сложно психологически, когда ты уже танцуешь ведущей партии, и стать опять и доказывать всем, что ты можешь чего-то и уже сложно. Понимаете? И, наверное, где-то и вот этот момент сыграл, что я просто не хотела. А потом я как-то нашла свое место. Я пришла в труппу, мне сразу ведущая солистка взяли. И я стала ведущей партией танцевать. То есть меня устраивало все. На меня балеты ставились. И я находилась в центре Америки, в Нью-Йорке. Я довольно-таки сценична, что в силу своих там пропорций, и каких-то, может быть, внешних данных, я как бы всегда выигрышно на сцене смотрелась. То есть это был моим козырем. Плюс я еще и, наверное, лиричная, эмоциональная. И не знаю, наверное, чувственная, я так думаю. То есть это были мои сильные качества, когда я вообще люблю такое более драматическое танцевать. Я очень много общалась с питерцами. У меня вот педагог Люба Гуляева, она работала тоже в Мариинке, вот Элина Александровна Колпакова, величайший мастер. Это одно огромное удовольствие вообще рядом с ней находиться. Ты на нее смотришь, как на икону. Вот одно ее движение, ну, деточка, просто танцуй. Просто танцуй. Зачем ты здесь так напрягаешься? Мне повезло, что я именно встретила представителей именно петербургской школы и солистов именно Мариинки. Это совершенно другая культура. Они даже вот когда что-то говорят, они совершенно по-другому говорят. Ты начинаешь задумываться над ролью по-другому. Ты, вот как-то техника – это все хорошо. Думаешь, там, два пируэта сделать, три пируэта сделать, там, что-то сделать. А какие-то вот моменты, именно в плане образа, в плане стиля, драматургии, они, может быть, где-то отсутствуют. Знаете, как-то не отсутствуют, а как мало внимания уделяется. А поработав именно с питерцами, я поняла, насколько это важно. Насколько важно сделать красивые руки, найти именно какой-то свой образ, нежели сделать там два пируэта или там безумные флюты. Мне кажется, как-то вот это важнее. Каждая балерина индивидуальна, и невозможно сделать все, невозможно одной балерине сделать то, что делает другая, потому что совершенно разные люди. И кому-то это идет, а кому-то это не идет. Поэтому вот тут идет именно вот этот момент поиска, когда ты пытаешься для себя найти лучшие ракурсы.
Приезжая в Алма-Ату для участия в концертах на родине, Сауле все более убедительно подтверждала свое призвание быть балериной. Это были первые концерты, которые организовал Марат Бисенгалиев. Я с ним встретилась в Нью-Йорке. Он выступал с концертами в Карнеги-Холл. Он тогда и пригласил меня на концерты. И я приехала сюда. И считаю, что довольно-таки успешно все прошло. Где мне удалось познакомиться с нашим замечательным Сапарсковичем Искаковым, который предложил мне в дальнейшем вот такой проект, чтобы Алмаз написал музыку к балету «Шлепа Сарахас». А моя задача была найти балетмейстера и поставить этот балет здесь, в Казахстане. 23 января 2008 года на сцене оперного театра имени Абая с успехом прошла премьера балета «Клеп и Саракас». Михайлович Аманшаев. Он был на тот момент зам Акима Астаны. И он мне специально позвонил в Нью-Йорк и предложил вот такое перспективное дело. Это, наверное, мечта каждого артиста иметь что-то свое дело. Тем более то, что я очень скучала всегда по Казахстану. И меня в Казахстане, мое творчество практически не знали. И мне хотелось как-то вот тот опыт, который я приобрела за рубежом, принести в Казахстан. Я предложила в своем роде уникальную труппу сделать, чтобы она имела возможность танцевать и чистую классику, и современные постановки. Задумка была приглашать балетмейстеров со всего мира. Первый концерт мы сделали вечер современной хореографии. Я пригласила артистов из Америки, пригласила солистов с труппы Бориса Ейфмана. Сама станцевала тоже отрывок из балета «Красная Жизель Эйфмана». И был, я считаю, что интересный был вечер. Сами артисты подходили и говорили, что было интересно, что что-то новое было показано. Сегодня Сауле Рахмедова – заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Надпись на газетной вырезке, выведенная детской рукой, оказалась пророческой.
целеустремленность, работоспособность, актерское мастерство привели ее к успеху. Самоуважение и неизменная нежная улыбка на детских губах помогли этой хрупкой девушке обрести друзей во многих странах мира. Среди них принц Альберт, Борис Эйфман, Михаил Барышников, олимпийская чемпионка Оксана Баюл, мировая звезда балета Хосе Мануэль Кареньо и многие другие. У меня сейчас такой период жизни, когда я уже, например, каких-то безумных планов там покорить чего-то или что-то сделать, не имею. У меня сейчас момент, когда я хочу спокойствия. Не знаю, может, в силу возраста, может, в силу всех моих вот этих вот жизненных странствий меня немножко успокоил. Мне хочется, чтобы у меня было в личном отношении все благополучно, чтобы у меня была нормальная, стабильная работа, чтобы я занималась, пока я могу, творчеством. В этой жизни все делаешь для кого? Для людей, особенно в нашей профессии. Вчера у меня был спектакль «Кармен», когда я станцевала. Когда просто открылись кулисы, я стала на сцене, просто зритель начал хлопать. Внутренне, конечно, это такое счастье, когда именно зрители ждут тебя. Или когда мне сказали, когда на кассе, что люди звонят и спрашивают, кто сегодня танцует, и когда они говорят, что хотим, допустим, посмотреть Рахмедова. Знаете, это огромное счастье, что ты действительно интересна, что ты желанна, и ты приносишь радость. И просто хочется подольше этим заниматься. Наша алматинская Кармен, роковые страсти бушуют только на сцене, а в жизни присутствуют родные, друзья, поклонники и, главное, любимая работа. Ведь именно в ее пользу почти четверть века назад был сделан выбор навсегда.